Прокуратура Запорожья по результатам проверок соблюдения работниками ГАИ законодательства во время временного задержания транспортных средств и оформления админпротоколов выявила ряд нарушений. В частности, установлены случаи безосновательного задержания сотрудниками госавтоинспекции машин и направления их на штрафплощадки. С требованием устранить нарушения прокуратура внесла соответствующее представление руководству Запорожского ГАИ, которое удовлетворено. Четыре инспектора привлечены к дисциплинарной ответственности.